magazinmoychai.ru, потому что я уже не первый раз заказываю у них чай, и я знаю, что многие мои подписчики также знают этот магазин и тоже у них заказывают чаечек. А, кроме того, ребята очень оперативно, быстро отправляют. У них огромнейший просто выбор чая на сайте. У них есть как традиционный китайский чай, так и наши как бы травяные, более это традиционные, да, травяные сборы для, так сказать, для нашего пространства. Компания «Мой чай» работает с чаем более 10 лет. Их сотрудники – одни из самых опытных специалистов чайного дела в России. Занимаются культурно-просветительской деятельностью. Руководитель компании Сергей Шевелев ведет образовательный видеоблог на YouTube, где проводит чайную школу, а также дегустационные встречи. И постоянно работает над совершенствованием базы знаний о китайской чайной культуре, чтобы держать вас в курсе основ чайной традиции и новых тенденций мира чая. Еще хочу сказать огромное спасибо ребятам из moychai.ru за то, что у них есть такой замечательный чай и такое прекрасное отношение к своим клиентам. Также мы с ребятами традиционно устраиваем конкурс. Разыгрывать будем 3 сертификата по 1000 рублей на покупки в магазине moychai.ru. Розыгрыш состоится 9 апреля в четверг. Стрим будет примерно в 9 часов вечера. Приходите, будем разыгрывать сертификаты на чай, а также сигны и много-много всего интересного. По традиции будем играть в крокодил, ну и так далее. Вы знаете, что у нас на стримах весело и интересно. Что ж, а теперь вернемся к видео. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать в магазин «Тысяча мурашек», «Тысяча чайных мурашек», потому что сегодня у нас для вас специальное предложение, Сегодня мы вас будем удивлять замечательным, вкусным, красивым и очень-очень-очень триггерным, очень мурашечным чаечком. Итак, сейчас я вам буду показывать, у нас совершенно огромное количество разных чаечков. Я вам сейчас буду все это дело показывать, а вы это все дело послушайте, понюхайте. Я надеюсь, что вам понравится. И потом вы сможете забрать именно чаечек. Кстати, чаечек на стриме у нас будет разыгран, да? Вы помните об этом? Да, сертификаты на чаечек. Так что приходите, обязательно приходите к нам на стрим. Вот, смотрите, у нас какой есть чай. Первый наш чаечек, который я хочу вам показать. Он традиционно уже, я уже не раз заказывал и вам очень рекомендую. Можете просто посмотреть. Смотрите, это чай, который называется «Иван в красном халате». Очень-очень интересное название, не правда ли? На самом деле, никакого Ивана здесь нет. Можете не искать здесь. На самом деле есть чай. Вот, то есть называется он «Иван, да, в красном халате», потому что он состоит, состав его, это Иван-чай, а также Дахунпао. Вот, Дахунпао. Иван-чай, он издревле считался очень-очень полезным сбором. Вот, и он очень хорошо, благотворно влияет на здоровье человека. Поэтому я вам весьма рекомендую Иван-чай. Он также очень вкусный и имеет такой насыщенный аромат. Чем-то он мне напоминает немножечко вот такой классический черный чай. По цвету он также ничем не отличается особо от чая черного, да. И в принципе, он очень-очень распространен на территории наших стран. Это является традиционным напитком у славянской национальности, да, то есть как бы у народа славян. Является традиционным напитком наших предков, да. И вот у вас теперь тоже есть возможность попробовать вот такой вот чаечек. Очень-очень вкусный, очень-очень классный, да. Итак, и у нас есть совершенно новые чаечки, которые мы вам не показывали еще. Смотрите, вот такой шикарный просто чай с мятой, да, так и подписан Иван, чай с мятой, точнее Иван, здесь также присутствует
будет и вам чай, то тот чаечек, о котором я только что вам рассказывал, да, о котором я вам только что говорил, в нем присутствуют ферментированные вместе листья кипрея и мяты, также соцветия акации и прессованный чай. То есть вот такой вот Иван чай с мятой, да, кипрея и мяты. Знаете, чем пахнет такой русской баней? Пахнет травами. Это очень круто, конечно. Вот чаёчек «Лесная тишь». «Лесная тишь». Это также травяной сбор. Видите, какой интересный. Вот здесь есть мелисса, собирает зверобой. Я помню, у меня бабушка очень часто собирала и сушила зверобой, потому что это очень-очень полезная травка. На самом деле зверобой очень полезная. Она поднимает иммунитет. Вот. Также здесь есть листья малины и цветы малины, тоже, если не ошибаюсь. Вот, еще плоды,
вас ехать на дачу. У нас есть для вас вот такой дачный травяной сбор. Дачный, смотрите, состав. Ферментированный лист яблонь, соцветие липы, ферментированный лист вишни, а также центр лимона, плоды шиповник, корица и фенхель. А фенхель, если я не ошибаюсь, то это некое другое название нашему русскому укропу, да, фенхель. Очень интересный состав, на самом деле, я с удовольствием его как-нибудь попробую и вам оставлю тоже, да, тоже. Вы ведь помните, что можно прийти к нам на стрим в следующий четверг, да, прийти к нам на стрим, это будет 9 апреля, и 9 апреля мы будем разыгрывать целых 3 сертификата по 1000 рублей на вот эти вот все чаёчки из магазина moichai.ru. Да, я вам желаю искренне успехов, я вам желаю искренне выиграть сертификат. Вот, еще такой у нас замечательный чай, который называется «Утренняя мелодия». Прекрасный чай, смотрите, состав. Мэнхэй, шампуэр, растущий шупэ, а также лист орешника, ферментированный и лист вишни. Ферментированный, очень хороший состав. Пуэр, это очень знаменитый чай. Как вы его не знаете, ну что вы? Тогда вам стоит посетить канал Сергея Шевеля. Он рассказывает про разные виды чая. Ссылочка на его канал, кстати, будет в описании к видео, а также на стриме. Я буду давать эту ссылочку, вы посмотрите, зайдете, там очень много интересной информации про разные чаечки, про разные церемонии чаепития и так далее. Вот, да. Вот замечательный традиционный травяной сбор. Он очень-очень-очень прекрасный. Посмотрите, ферментированный лист орешника, липа, цветки, чабрец, мята и шалфей. Также здесь на каждой упаковочке обозначено, видите, когда этот чаечек был собран, когда было собрано сырье и когда его прессовали. То есть понятно, чтобы собрать сырье, надо потом, чтобы оно высохло потом и так далее. То есть вот здесь все это есть. Также здесь есть рекомендации, что касательно употребления чая. То есть здесь написано употребить до декабря 2021 года, соответственно, как бы срок хранения его 2 года, я насколько я понимаю. Да. Вот. Вот такой вот еще чаечек. Смотрите, травяной чай Рианы. Это очень интересный чай. Ферментированный лист лещины, ферментированный лист груши, плоды шиповника, корень имбиря, цедр лимона, а также смесь специй, корицы, имбирь, кардамон, зеленый и черный бадьян, черный перец, яблоко, гвоздика и мускатный орех. Вот это просто чай, который можно подарить смело своим знакомым. Я уверен, что ваши родственники, знакомые, друзья никогда такого чая не пробовали, да. Вот такой вот замечательный чай, такой замечательный чай, такой замечательный чай, такой замечательный. Смотрите, какой замечательный, такой замечательный, такой замечательный. Вот. Это вам, смотрите, что. Это вам такой специальный магнитик от moichai.ru. Я вам его дарю. Можете его повесить у себя, например, на холодильнике и будете вспоминать о чаечке темными зимними вечерами. А лучше не вспоминать, а лучше себе заваривать чаек и пить, правильно? Правильно. А если вы любите разные вкусняшки, полезные, например, то я могу вам посоветовать. Очень вкусно есть в том же магазине мой чай. Есть шикарные вот такие вот батончики энергетические, да. Вот, называются они орехово-фруктовый батончик. Вот, смотрите, что у нас здесь есть. Здесь есть кокосовый вкус, то есть там нет сахара, там нет муки, там нет вредных никаких эмульгаторов и так далее. Это полностью натуральный продукт. Основа является финики, да, то есть финики, ананас, сушеный кокос, дробленый миндаль, кокосовое масло. Смотрите, самое главное, что вот эти все батончики, они не содержат глютен, молочных продуктов, не содержат, он богат антиоксидантами, подходит вегетарианцам. Вот. То есть реально вот эти батончики, они очень-очень вкусные и очень еще и полезны. Ну, конечно, если их съесть 10 килограмм сразу, то может и не очень хорошо случиться, но я рекомендую вот такой батончик.
пончик в день вообще шоколадно получается. Лучше всякого шоколада, лучше всяких конфет. Вот. А еще, смотрите, есть разные вкусы. Кокосовый, например. Один из моих любимых. Вот. А это... Дэн заказал такой новый вкус. Это орехово-фруктовый, как я уже прочел, да, батончик. Я вам весьма рекомендую. Классная тема. Вот какао-мята тоже очень вкусно. Я обожаю всякие шоколады. А вот подсел я на какао-мята как раз. Здесь чисто, опять же повторюсь, здесь нет даже сахара. Вот здесь нет даже сахара. Вот для тех, кто любит орехи. То есть вот есть грецкий орех. А что такое короб, я не знаю. Но надеюсь, что скоро узнаю. А вот такой вот еще прикольный вкус. Смотрите, какой есть пекан. Пекан все же не подарил. Пекан. Не знаю, кто такой пекан, но, видимо, это крутой чувак какой-то. Значит, вот есть дэгуань-инь. Это вообще какая-то крутая штука. Зацените дэгуань-инь. И сколько слов я новых-то узнал. Вот еще классный батончик. Макадамия. Очень классно будет, мне кажется, по вкусу. Что ж, обязательно все попробую и расскажу вам в следующий раз, какой был самый-самый-самый привкусный. Что ж, спасибо большое. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Надеюсь, что вы придете к нам на стрим и обязательно-обязательно выиграете. Обязательно выиграете один из трех сертификатов, которые мы будем разыгрывать. Напоминаю, что мы будем разыгрывать сертификаты на покупку чая в магазине мойчай.ру. Розыгрыш состоится 9 апреля 2020 года, и это будет в следующий четверг. Поэтому обязательно приходите. Будет уютно. Стрим где-то будет начинаться часов, наверное, в районе 9 по московскому времени вечера, да. И розыгрыш будет не сначала, а чуть-чуть попозже, там где-то в районе 9:30-10 мы начнем разыгрывать наши сертификаты. Всего их у нас будет 3. Розыгрыш будет у нас с помощью Nightbot'а. То есть мы будем разыгрывать с помощью рандома, так сказать. Да, это прям будет на стриме уже ясно, поэтому обязательно приходите. Будет некоторое условие, которое нужно будет выполнить для того, чтобы участвовать в розыгрыше, конечно же. Так как наш спонсор основной магазин «Мой чай», поэтому вам нужно будет зайти на страничку Сергея Шевелева. Вот, ссылочку на страничку я оставлю на стриме, а также ссылочку я под этим видео также оставлю на его канал, да, в Ютубе, и подписаться на его канал. Это обязательно условие, ребят, для конкурса, я буду его проверять. Также нужно будет следовать моим инструкциям, потому что я буду рассказывать, что нужно будет сделать для того, чтобы участвовать, для того, чтобы победить непосредственно на стриме. Поэтому приходите, будем участвовать. Я верю, что именно у вас получится выиграть. И всего вам самого-самого наилучшего. Пока. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!